управлял своим королевством и помогал людям, живущим в нем. Спасал прекрасных принцесс, побеждал разбойников и драконов, защищал свои порты. Но вот однажды случилось непоправимое. Злое чудище похитило принца, застав его врасплох. Наступили смутные времена. Как королевство переживет подобную утрату? Как жить дальше без принца? И есть ли надежда вызволить его? Отвечаю вам всем. Зарплата маленькая, а дома дети. Да чтоб вам не дозвониться никогда. Попробуйте позвонить позже. Прежде я предамся горестным рыданиям, как истинная принцесса. Дай я черпать сорву, клевала, выколю. Опа, да? Погоди, я тебя займу. Милая Утена, а не обидел тебя кто? Почему печалишься? Принц пропал. Завонялся? Да нет! Пропал! Исчез! Вот так вот раз! И нету его! Слушай, по-моему, он похищен. Найдем тебе еще лучше прежнего. О, не хочу еще лучше прежнего! Хочу своего такого, который не очень плохой, понимаешь? Мой принц! А знаешь что? Он столько добра совершил, столько принцесс спас. Так что я, Утена, от имени всех принцесс мира обязательно найду его! Освобожу! Отдохни, подумай о жизни. Гуляет твой принц вовсю, наверное. А мы все-таки пойдем поищем. Интересно. Ну что, принц, теперь ты в моей власти. Будешь делать все, что я тебе прикажу. Ха-ха-ха. Никогда! Делай с моим телом все, что хочешь, но дух мой тебя не сломить. Как королевство переживет подобную утрату? Как жить дальше без принца? И есть ли надежда вызволить его? Еще! Его. Да ты хоть знаешь, что надо, чтобы
чтобы стать принцем. Операция? Ну ладно, ладно, помогу тебе. Нет, спокойно. У меня тут фолиан. Один древний завалялся. А, ну это можно. Как стать принцем? Пособие для чайников. Для чайников? То, что надо. Чтобы стать принцем, нужно выглядеть мужественно. Что весьма сложно в таком прикиде. Сними это срочно! Что? Не время стесняться. Принц, в опасности! Что никто не стоит, пошли. Ну почему ты не хочешь мне подчиняться? Вот скажи, темные подземелья были? Были. А испытания и пытки были? Ну было дело. Королевские клубнички. Фу! Ну все, принц, ты меня толкаешь. Радикальные меры. Радикальные, если ты Только как?
зачем ты съел руки того человека? Чарльз, пошли на шоколадную фабрику. Какая шоколадная фабрика? Ты что, совсем с ума сошел? Я спрашиваю, зачем ты ел руки того человека? Там были какие-то таблетки, тебя до сих пор не попустила, брат. Ты водишь. Карл! Карл! Где ты? Почему ты такой быстрый, Карл? Прекрати! Прекрати, Карл! Братан! Я забыл, что я... Ладно, Карл! Точно! Тебя ж не попустило! А тут есть водопой с водичкой и воробьями. Давай выпьем, да? Да, смотри, я тебя сейчас научу. Ты подходишь к водопою, присаживаешься, берешь водицу и выпиваешь ее. Как я, смотри. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вкусно, Карл, очень вкусно. Давай, твоя очередь. Давай, давай. Дай танцы. Пей танцы, пей танцы, пей танцы, пей танцы, пей танцы. Не докажете. Это что за день парад, а? Что это, девочка? Ты что меня конем назвала? Девочки? Это кто здесь тут девочки? Ты вообще видишь, перед тобой вон принц-царевич вообще-то, а? Это сугубо твои психополовые проблемы. Я что, не расскажу, да? А мы из Карла, кто? Боевые, крутые, единороги, единороги, братство, давай пять! Милая дама, у вас такая прекрасная рука. Карл! Шарли, она плохая, она будет плохая. Карл, Карл! Карл хотел пригласить на шоколадную фабрику. А ну вы! Слышите? Либо вы сейчас же везете нас в логово чудища, чтобы спасать моего любимого принца, либо я сейчас как натравлю на вас анти. Вот. Ты понимаешь, что ты пугаешь настоящих крутых парней? Мы с Карлом ни одну толпу не перебили. Мы тут самые крутые. У нас есть длинные клетки. Куда едем, да? А это ты нам сейчас сам скажешь. Боже, носок принца! Отвратительно. Пожалуйста, я не буду это нюхать. Он у нас любит нюхнуть, пускай он это и делает, да? А с ним всегда так? И иногда бывает. Вчера было, сегодня было. Да, еще. Еще. То есть вот такое вот плющи у него каждый раз, да? Да он на дискотеке такой. Ага, двигаем, да? А, ну понятно, значит, куда нам ехать. Ну что ж, поехали! Ну не расстраивайся ты. Ну, все было довольно неплохо. В какой-то момент мне было даже не по себе. Все правда было? Да, дурацкое деревье. Что? Я в смысле, все было довольно отлично. Раскаленные щипцы, ну, был верх изощренности. А иголки под ногти, ну просто бимбо. Почему ты не хочешь мне подчиняться? Ну, понимаешь, дело не в тебе, дело во мне. Ты не оставляешь мне выбора. Мне придется показать тебе истинную свою сущность. Повелевай, моя госпожа. А я пока на 100%. Сделай в лучшем виде. Ну и где мы? Это логово дракона. А предыдущие 7 раз где мы были? У вас отпусы.
Так. В общем, смотрим здесь, везде вокруг. Ищем принца, находим и быстренько сваливаем. Так, пошли. Туда. Пошли. Пошли, быстро. Подожди, я покурю, да? Ну ладно, ну что вы такие быстрые все время? Зафиксирована смерть передозировкой Кавая. Миссия императора выполнена.